ужесточена административная ответственность за сброс мусора из автомобилей в не специально отведенных мест. Соответствующие изменения внесены в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Теперь за мусор, выброшенный из автомобиля на дорогу или обочину, гражданам придется заплатить до 15 тысяч рублей, должностным лицам до 30 тысяч рублей, юридическим лицам до 50 тысяч рублей. За повторное правонарушение грозит штраф вдвое больше, а у должностных и юридических лиц может быть конфисковано транспортное средство, из которого был выброшен мусор. Кроме того, закреплена возможность фиксации таких правонарушений с помощью специальных технических средств, имеющих функции фото- и видеофиксации.